Одинцовские партийцы проверили строительство школы в Гусарской Балладе. Она будет самой большой в Подмосковье и сможет принять 2200 учеников. Как рассказала исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Лариса Андреева, школа готова уже на 91%. Там завершают отделочные и фасадные работы, благоустраивают территорию, во многих классах уже установили мебель. Жители Гусарской Баллады ждали эту школу много лет, и уже 1 сентября она откроет свои двери. Инспекция прошла в рамках проекта «Новая школа» и отработки наказов народной программы партии.